Детективный роман «Зов кукушки», который в апреле этого года якобы выпустил начинающий британский писатель Роберт Гелбрейт, как оказалось, был написан Джоан Роулинг. Автор «Поттерианы» просто взяла себе мужской псевдоним. Роулинг разоблачили СМИ. В своей работе писательница не смогла удержаться от любимых фраз, особой расстановки абзацев и пунктуации, благодаря которым эксперты и выяснили, кому принадлежит авторство. Такой поступок мама Гарри Поттера объяснила тем, что ей захотелось почувствовать себя свободной и просто послушать отзывы на свое произведение. А отзывы оказались очень неплохими. Критики сошлись во мнении, что это лучшая дебютная детективная история года. По очевидным причинам она решила писать под псевдонимом, поскольку ее бы критиковали только за ее имя. Я думаю, когда добиваешься успеха, то хочется доказать себе, что ты прекрасный писатель, что твой талант именно в этом, а не в имени, которое за этим стоит. Впрочем, как сообщается, вначале писательница столкнулась с трудностями при публикации своей работы. Издательства, не зная имени настоящего автора, не хотели браться за книгу, говоря, что не увидели в ней особой искры. После этого Роулинг пришлось взять в сообщники директора одного из издательств. После выхода книги в свет было продано всего около 1500 копий. Однако после разоблачения детектив стал бестселлером на Амазоне и всего за сутки достиг третьей строки по уровню продаж.